presentar. Sí, emociones y impresiones después del partido. Nada, contento. Creo que era un triunfo que nos merecíamos. Y nada, felicitar a mis compañeros y todo el cuerpo técnico que estamos haciendo y a la afición, porque estamos haciendo un buen trabajo. Да, очень довольны, в принципе, сегодняшним матчем, и это был тот триумф, которого мы все заслуживали. Сейчас только хотелось бы, конечно, поздравить всех товарищей по команде, тренерский штаб и, конечно же, болельщиков, потому что все мы проделали эту тяжелую работу. А что-то долго не получилось, почему-то долго забить не получилось? И por qué llevamos tanto tiempo sin conseguir marcar? Habla de los goles, habla de lo que es posible. Estoy marcando, ahora estoy marcando, no voy a hablar de lo que no pasó. Да, нужно говорить о голах. В принципе, не стоит зацикливаться на том, что происходило до этого. Сейчас я забиваю, поэтому нужно только об этом и говорить. Вы ожидали такого подарка со стороны соперника в конце матча? И esperabas que este regalo por parte del rival al final del partido? Obvio. Ahora seamos positivos, ganamos y vámonos a casa a descansar y a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Да, нам нужно сейчас оставаться только с позитивным настроем и после этого матча только продолжать работать, а сейчас нужно ехать домой отдыхать. За счет чего Краснодар будет выиграть? И también mediante que Краснодар consiguió la victoria de hoy. Trabajo en equipo. Да, работа в команде. Здравствуйте. С таким «Зенитом» реально бороться за чемпионство, которое вы сегодня обыграли? И, например, все можно лучать за чемпионат, за первый раунд против «Зенита», который acaba de ganar hoy. Vamos paso a paso. Ganamos tres puntos importantes, pero esto no se ha decidido. Tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Да, конечно, это достаточно долгий период, и нам сейчас нужно продолжать работу. Это, конечно, были очень важные три очка, и сейчас нужно только в той же манере продолжать развиваться и работать над тем, что будет дальше, и все это будет шаг за шагом. И у команды есть серия побед, по-моему, 6 матчей или 7. В чем ключ? Как Джон видит эту ситуацию? То есть, может, раздевалки что-то переменилось? И también el equipo ya tiene una racha de victorias, como 7 victorias seguidas, y ¿qué te parece? ¿Cuál es la razón de lo que está pasando? Vuelvo y digo, el trabajo en equipo. Estamos todos unidos, tanto como el equipo con la afición, y eso se nota mucho. Да, это, конечно, работа в команде, это очень сильно сказывается и заметно то единство, с которым работает команда, и также, конечно, поддержка болельщиков. Летом было вокруг Джона очень много новостей. Он допускает, что он может остаться в Краснодаре, то есть перед подписанием возможно с клубом или нет? Y también aparecieron bastantes rumores en el verano sobre tu posible ida del Krasnodar. ¿Y qué te parece? ¿Puede ser el Krasnodar? Ahora soy jugador de Krasnodar y voy a disfrutar de jugar aquí en Krasnodar. No voy a hablar de otros equipos. Да, сейчас я игрок Краснодара, поэтому я буду наслаждаться, играя здесь, и не буду говорить о других командах. Все.